Тинториум я работала детским врачом поликлиники. Денег не хватало, я еще подрабатывала массажем после работы детского врача. Муж тоже, у него очень много подработок было. На тот момент, когда вот я познакомилась с Тинториумом, мы уже снимали жилье около 8 лет. В мою детскую поликлинику пришли теперь уже мои вышестоящие спонсоры Люда Елизарова и Ирина Алексеева. Они были тогда новичками и рассказали о компании Тинториум. Меня зацепило слово «мед». У меня дедушка был пчеловодом. Когда я даже решила уходить, уже увольняться с поликлиники и работать только в Тинториум, меня на это дело благословил мой папа. Он сказал, что все, кто связан был с медом, он никогда не может быть бедным и нездоровым. После того, как пришла в Тинториум, жизнь, конечно, моя изменилась. Во-первых, были проблемы со здоровьем у меня, у моих детей. Улучшилось значительно здоровье, очень много друзей появилось, очень много общения. Ну и, наконец, я сюда пришла зарабатывать серьезные деньги. Жизнь изменилась очень быстро. Уже через 6 месяцев я была бизнес-директором. Всегда мне хотелось иметь свое жилье. Вот в компании Тинториум на сегодня у меня хороший дом. И причем он находится в Челябинске, именно в зеленом массиве, то есть вот прямо в сосновом бору. А еще я никогда не думала, что я буду вообще куда-то за границей, когда-то где-то отдыхать. Первая моя такая поездка была, это была Лондон, это было что-то для меня. Потом Испания, потом Чехия, Грузия. Ну, я очень-очень довольна, что я в Тинториум. Что бы я сказала людям, которые вот сейчас думают, быть в Тинториум или нет? Конечно, надо идти в Тинториум. Во-первых, да, это здоровье, это натуральные продукты от пчелы. А второе, в компании Тинториум можно и заработать. Для кого-то это будет дополнительный доход к основной профессии. Вот. А кто-то может и повышать квалификацию. Я вот как 21 год назад любила очень дистрибьюторскую работу. Я ее точно так же и люблю сейчас, очень. Это очень интересная работа. Приходите!